С приобретения независимости Казахстан начал выступать очень хорошим игроком на мировой арене. Рустам Абишевич Назарбаев сыграл очень большую роль в этом приобретении. Вообще, как мы знаем из истории, независимость Казахстан хотел приобрести очень давно. Это можно взять восстание Кенесары хана, когда мы хотели обнести независимость в 1825 году. В 1991 году, после обретения независимости, у нас уже стала своя структура. Образовались внутренние войска Национальной гвардии, в которых ныне я и работаю. Казахстан начал выступать как полноценная республика, не автономная, а полноценная республика со своим мнением, со своим авторитетом. Я вырос в этой стране, это моя родина, здесь вырос и родился мой отец, здесь вырос и родился мой дед. Это моя родина, я бы не хотел в другой стране служить.